Привіт, Україно! Весна прийшла, лайно принесла. Як боротися з господарями собак-сирунів? Простите, друзья, не ожидал от Миши такого. Мясо с бонусом. Как не подцепить кишечную палочку, полакомившись свининкой? Работаем! Сьогодні в програмі. Її порізали на шматки, а потім залили бетоном. Де в Україні залишилось ще трошки ядерної зброї? Спеціалісти є, тому проблем для того, щоб відновити, ніяких немає. Совок їм в зуби. Як захистити дитячий майданчик від собачих мін та нахабних собачників? Ця свинина вмить зробить з вас вегетаріанця. Яке м'ясо спливає на ринках вашого міста? Розслідування абзацу. Скоро состоится заседание СНБО, посвященное выполнению Минских соглашений. Боевики до сих пор не пускают ОБСЕ понаблюдать за процессом отвода тяжелого оружия. Ну так логично, бо його же не відводять. Що ж зараз на сході? Затища перед бурею чи продовження війни? Дивимось. Довгі вихідні у зоні АТО не пройшли у тиші. По Донецькому і Маріупольському напрямках лунають постріли. Бойовики продовжують нарощувати свої сили. Ребята, які сепаратисти, укріпляються повним ходом, заганяють техніку, підвозять боєкомплекти, роблять окопи. Як у них все активненько, время от времени посипають, так методично, неприцельно. За тиші перед бурею, опять же. 8 марта, час 20. Він у нас висить над землею. Звук перемир'я. Терористи не зважають на домовленості у Мінську і замість відводити важку техніку з лінії оборони, везуть її на передову. Спостерігається концентрація ворожих угрупувань поблизу населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Маріуполь, Авдіївка, Піски та Докучаєвськ. Триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцевський залізничний вузол. Особливо активізувалися бойовики так званих ЛНР та ДНР за останню добу. Вони здійснили 31 обстріл. Причому з тієї артилерії, яку за умовами перемир'я зобов'язані були відвести. Пробували захопити кілька населених пунктів. Наші усі наступи відбили. Судячи з усього, найбільше манить їх селище Широкине під Маріуполем. Вчора на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіно практично весь день тривав бій. Починаючи з 9:30 ранку і майже до 1 години ночі, терористи безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. Традиційно гарячі у Пісках та на Артемівському напрямку. Втім, усі атаки терористів і тут безрезультатні. Що втішає найбільше, серед наших військових немає втрат. На відміну від бойовиків, українські військові виконали усі зобов'язання, про які домовилися на переговорах у Мінську, і відвели важку артилерію. Втім, у штабі запевняють, наші хлопці залишилися не з порожніми руками, і терористи, якщо наступатимуть, отримають гідну відповідь. Для того, щоб не наражати повністю передову на небезпеку, у бійців залишилося важке піхотне озброєння, яким можна зупинити важку техніку. І у разі, якщо бойовики почнуть наступати, вся артилерія буде повернута на передову. Батальйон «Азов» на своїй сторінці у Фейсбуці попереджає. Мають інформацію, що бойовики готують масштабний наступ після 10 березня. Орієнтовна дата – 15. Хлопці запевняють, вони напоготові. Тим часом у нас під носом створюють потужну військову базу. Росія стягнула у Крим 40 тисяч військових, 60 літаків та ядерну зброю. В Україні ж останню ядерну бомбу знищили у 99-му році. Но это по официальным данным. А по слухам, через пару лет на складах нашли 31 единицу смертельного оружия. Вот интересно, осталось ли что-то из ядерного запаса сегодня у нас здесь в Украине? И сможет ли Украина обзавестись своей собственной бомбой? Ну, разведкой занимался наш подозрительный Максим Узал. Давайте посмотрим, что разузнал. Цей смертоносний козир мають Росія та Сполучені Штати Америки, Північна Корея та Китай. Він може знищити, якщо буде така команда, будь-яке з європейських держав. І ще недавно Америка тремтіла від однієї лише згадки про нього. Тому що ця машина може рознести кого угодно в дребезги просто. Який ядерний потенціал України? Щоб це з'ясувати та відшукати залишки зброї масового знищення, я відправився на секретні об'єкти. Це найбільший і найпотужніший у світі
надзвуковий бомбардувальник Ту-160, останній в Україні. Він без дозаправки здатен долетіти аж до Нової Зеландії і запустити крилату ракету ще на 5 тисяч кілометрів. Самоліт вооружен 12 ядерними ракетами. Они летают на высоте 50-100 метров, на скорости 800 км в час с огибанием рельефа местности. Дом стоит, перепрыгнул и пошло дальше. Валерій Валентинович – колишній командир важкого бомбардувального авіаційного полку, що дислокувався у Полтаві. Про літаки з ядерними снарядами він знає все. Ту-160 или Blackjack. Екіпажу нужно просто прийти на Северный полюс, нажать на кнопку. Ракеты, как тараканы, в разные стороны разбежались, летели каждая на свою цель. Екіпаж розвернувся і пішов домой. Не дарма Блекджека боялись як вогню і в Америці, і в Європі. Він може уничтожити, якщо буде така команда, любое з європейських государств. Любую. Хоч він і полковник запасу, але в штабі не відсижувався. У льотчика десятки бойових вильотів під береги Японії, Норвегії, Туреччини. Проте за штурвалом іншого ядерного бомбардувальника – Бекфайера. Занесен в книгу рекордів Гіннеса як найшвидший в мірі бомбардувальник. Його скорость 2300. Кстати, в фільмі «Особенності національної охоти» там корова в бомболюке. Це от на такому самоліті. Да, жити захочеш, не так розкорячишся. До речі, цілий полк таких ракетоносців Росія невдовзі збирається пригнати в Крим. І я на 100% упевнений, в бомболюках точно не корови. Україна ж від усіх крилатих ракет з радіоактивною начинкою відмовилася, коли у 94-му підписала в Будапешті меморандум. Ми позбуваємося зброї, а Америка, Англія та Росія завжди поважатимуть суверенітет та існуючі кордони. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. А якщо хтось нам погрожуватиме, негайно закликатимуть ООН прийти на допомогу. Зараз мені прикро від такої довірливості. А тоді держава сміливо відмовилась навіть від важких бомбардувальників. 8 самолітів забрали росіяни за газові борги, всі остальні були порізані на металолом. Бекфайер, Блекджек і найстрашніший літак часів Холодної війни – Ведмідь або Ту-95. Останні залишки ядерної міці. Але і ці птахи неба більше не побачать. Тепер вони – експонати авіаційного музею у Полтаві. Сняли двигатели, продали росіянам, по-моєму. Оборудование поснимали, вооружение все с этого самолета снято. Ядерные боеприпасы все отправили в Россию. Так же, как пульты управления ядерным оружием. Це пульт штурмана. Саме ось тут знаходились кнопки пуску ядерних ракет. Замість кнопок – заглушки. Електропроводку вирізали, паливні баки залили цементом. Техніки, які проводили роззброєння, постарались на славу. Відновити літаки тепер нереально. При наличі навіть полка таких самолітів, скажімо так, ніяких територіальних уступках і речі не могло бути. Тому що ця машина може рознести кого угодно в дребезги просто. Офіційно ядерної зброї в Україні не залишилось. Але в інтернеті я випадково натрапив на ось це повідомлення. На хімзаводі Павлограда до сих пор храниться ядерне оружие. Їду під Дніпропетровськ. Ось цей режимний об'єкт, на якому зберігається смертоносний арсенал. Щоб потрапити на режимний об'єкт, мені довелося постаратися. І ось я в'їжджаю на територію не через одне, а декілька КПП. По периметру військові з автоматами. Нарешті пропускають. Але вже за хвилину я натикаюсь на ще одних охоронців. А вони не бодаються? Ні. Да? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Цілий зоопарк. Тут є олені, косулі, навіть бізони. Олениха Катька разом з рештою звіринця тут не просто так. Вона – екологічний індикатор. Якщо добре почувається і розмножується, значить загрозливих викидів з заводу немає. А ось і секретний склад. Ну, це одне із хранилищ, де знаходяться двигателі від стратегічних ракет, міжконтинентально-балістичних ракет. Погляньте, навколо ангара величезні насипи. Вони тут неспроста. Якщо вміст сховища рвоне, в радіусі 15 кілометрів залишиться лише попіл. Ці вали, бодай, трохи пригальмують вибухову хвилю. Желательно їх, якби, руками не трогати. Всередині складу 34 капсули з твердим ракетним паливом. Тобто 800 тонн смертоносної вибухівки, потужнішої за тротил. Ось це те, що ви бачите, це віддільні ступені двигателя.
Баллистичные ракеты. Если так вот так сложить их между собой, это один двигатель ракеты будет. Баллистическая метеорологічна ракета. Американці прозвали цю ракету «Скальпель». Вона потужніша за ядерну бомбу, яку скинули на Хіросіму у 1200 разів. «Скальпель» планували запускати із підземних шахт та залізничних вагонів. За Будапештським договором хімзавод ці залишки ракет зобов'язаний знищити, чим тут і займаються останні 20 років. На повну утилізацію не вистачає коштів. Можна було б передумати, адже Росія угоди не дотримується, і залишити арсенал собі. Але це небезпечно. Вже стекли гарантійні сроки їх хранення, і вони требують своєї утилізації. Для того, щоб виключити виникнення аварійної ситуації. Тішить тільки те, що тут не тільки знищувати можуть. Завод має ресурси, аби створювати секції ракетних двигунів. Опит є, люди є, спеціалісти є, тому проблем для того, щоб встановити ніяких немає. Влукав я заводом кілька годин, але найнебезпечнішу частину ракет, ядерних боєголовок, знайти так і не вдалося. Потім виявилось, їх тут і не було. Ядерні боєголовки всі повивозили. Якщо там йдуть зараз чутки про те, що там десь забули 3-4 штуки, хтось там собі прикопав чи десь в сараї завалив там чимось. Ну, мені здається, що це дурня. Та краще б хтось прикопав, вважають деякі експерти. Через аферу, якою гарантували нам відшкодування, і в наступному захист у нас відібрали, наче у дитини іграшку чи кусок хліба, ядерну зброю. І після цього питання про напад – це було лише питання часу. Про те, що повернути ядерний статус – це ледь не єдиний спосіб відновити мир в Україні, говорять нардепи. Хоч визнають, це занадто дорого. Щоб утримувати стратегічну ядерну зброю, потрібно мати величезний науковий потенціал, дуже потужну технологічну базу і постійно туди вкладати дуже великі гроші. Це справді для України зараз завдання непідйомне. Але непідйомне тільки для так званого стратегічного озброєння. Це шахта, ракета і боєголовка, тобто міжконтинентальна балістична ракета. Але є ще поняття тактичної ядерної зброї. Це авіаційні боєприпаси і боєприпаси до артилерії. Не зруйнувати там вщент і Пентагон, грубо кажучи, да? А нанести поразку там рівню бригади, наприклад. Ну хоч щось. З тактичною ядерною зброєю тому простіше, що шахти і ракети не потрібні. Достатньо створити лише снаряди. Точка У або артилерійська установка «Піон», з яких бахкають на сході, тактична зброя і може стріляти ядерними снарядами. Технічно це можливо. Україна це потягне. Нардеп Сергій Каплін ще минулого року написав законопроект про відновлення ядерного статусу країни. Запевняє мене, він усвідомлює, скільки коштуватиме Україні тактична ядерна зброя і скільки часу піде на її запуск. Цей проект країні буде коштувати кілька мільярдів доларів, від 3 до 7-8 мільярдів, в залежності від характеру цієї зброї. Час, який потрібно витратити на це приблизно 2-2,5-3 роки. У нас є фахівці, у нас є частина інфраструктури, необхідні центрифуги для збагачення урану. Технологічно, і я спілкувався з низкою фахівців у цій сфері, ми це можемо зробити за лічені роки. У мене напрошується питання. А чи дадуть нам це зробити? Коли Північна Корея вирішила собі уран збагачувати, її закидали санкціями по самі вуха. Але, може, варто спробувати? Україні сьогодні потрібні будь-які козирі. Друзі, зараз про іншу зброю. Про хімічну і біологічну, причому живу зброю. І з кожним днем ми ближче до Європи. Активісти-волонтери створили у Києві онлайн-карту. На ній позначені майданчики, на яких треба вигулювати ваших домашніх тваринок. Да, интересно. Іменно, друзі, на помечених участках собачки і должны метить свою територію. Ну, от як ми з Мішей. А не на остановках. Ти за всіх не кажи. Я вдома. Ну, правильно, это же твоя территория. Вот как бы ты уже как-то давно ее пометил. Вот, вместе с БТИ тоже пометил, как я понимаю. Но они на остановках. И не в парках, и не в песочницах. Как бороться с наглыми собачниками? На скользкую тропу кровопролитной войны вышел наш американец Рики. Абзац в столице. Первый признак весна в Украине – это тает снег. И появляются первые собачьи подснежники.
почему их никто не собирает? У меня в United States of America все всегда убирались за свой питомец. Почему же в Украине не взять на прогулку собака пакетик? Это же элементарно! Простите, блин, а где ваши пакетики для собачка? Пакетики вот, пожалуйста. Кул! Мы нашли его, нашли! Кул! И что, вы прямо подбираете под вашу собачку? Какие вы молодцы, мы в Европе! А куда вы убираете обычно за собака? Курёчек. Шоу, покажите, плиз. Кул! Thank you, thank you. Вау, сколько вы сразу с собой носить? Обязательно. Thank you. Так, а вот и минирователь. Неужели его хозяйка все так оставить? Какой девушка молодец, все убрать. Да я первая, кто это начал 9 лет назад. И надо за кулечек завернуть, не так бросать, а вот он берется, вот так заворачивается, чтобы не выпадало. И тогда несете в урну. Это ясно. Вы сделали такое? Да, вот видите, смотрите, собачка. Вау, прям почтовый. Вот. В этом ящике можно... Вот бесплатно взять пакеты для уборки мусора за вашими питомцами. Когда нету, я вечером прихожу, опять закладываю сюда, сколько там надо, опять ложу пакетики. А простите, за чей счет банкет? За наш. Наш это кто? Ваш с ним? Да. А как? Вы на свой пенсию еще покупать пакетик? Да. Какой европейский инициатива! В борьбе за чистоту хозяева еще использовать вот такой гаджеты. А можно я так пальчик туда попробовать? Вот так, да? И да, потом... Извините. Ага. А вот Супермен Геннадий. У него для уборка какашка суперагрегат. Жмешь на рычажок и ручной экскаватор засасывать собачьи отход в обычный пакет. Не надо наклоняться. Очень удобно. И самое главное, что это чистенько и гигиенично. Но если брать пакетиком руками, температура тела, ну и мягкая, само собой, довольно-таки неприятно. Ну, конечно, неприятно. Еще бы! С таким большим собака и кучка большой. А так, хоп, и нет проблема. Совок Геннадий купить в интернет за 149 гривен. А вот и вариант гаджета для дамской сумочка. Ой, мама, оно открывает. О, это да. Это просто щипчики для сахара. Да-да-да. Точно так же вставляем сюда кулечек. И мы готовы. Кул, просто кул. Но вот парадокс. У всех пакетик, а бомбочки все равно на земле. Как же так? Я тут бегаю щоденно. Одні і ті ж прибирають. А основна маса. Вот и злостный нарушитель. Тебе носить с собой пакетики для собачек? Нет. А почему? К сожалению. А вы знаете, зачем они нужны? Ну, куда они какают? На газончике. На газончик? Какое бесстыдство! Окей, я вам дам пакетик. Держите. Это для один собачка, а это для второй собачки. Я понимаю, что в такой пакетик поместится весь ваш собачка. Плит, пользуйтесь, пожалуйста. Спасибо. А рядом с этот газончик детский площадка. Но он же может найти, простите, свежие посаженные подснежники. Ну, в основном собаки, и в основном собаки с хозяевами гуляют. Но как бы есть люди, которые этого не понимают, выгуливают собак на детской площадке. Бывало такое, что собачники гуляют в детской песочнице. Ой, тут уже багато какашек у нас залишают. То вот таким экскаватор он выкапывать из... Да, у нас ціла колекція какашек уже дома с парку. Коллекция? Вы ее собираете? Ну, дитина ж приносить. Діти скрізь мають доступ. Ну, конечно, он же человек, он же имеет право свободно перемещаться. Да. Ой, зачисляться. Собачий какашка – global problem для children. Малыш – лепить пасочка из песка. В песке – какашка. В какашка – глисты. Глист еще тот паразит. Некоторые могут прожирать печень, кишечник и даже мозг. О май гад. Лечиться? Окей. Но и тут трабл. Побочный эффект от препарат, что убивать глист. Впечатлять. Рвота, сухость во рту, стоматит, изжога, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея, запор. Спешу проверить детский песочница на предмет бомба. Тут просто много детей, и они, наверное, их успевают. А, собачка. А, тут А вбивает. Малыш врать не будет.
собачка тут промышлять. Возмущаться животные в песочнице не я один. Я так думаю, что все-таки какие-то площадки потребны для собак, потому что это, ну, не гарно. И эти площадки в Киеве есть, уверяют активисты общественных движений дивовижні. Мы створили интерактивную карту специально визначених місць та зон для вигулу собак. На карте обозначены все площадки с адресами в город Киев. Ищешь ближайший и гуляешь свой собака. Какие эти площадки, какими они должны быть? Такая площадка має бути не менш ніж 40 метрів від житлового будинку або дитячого майданчику і має бути облаштована контейнерами для збору екстрементів та побутових відходів та має бути встановлений спеціальний попереджувальний знак. Іду искать такой площадка. Карта же есть? О, 24Б Артема. На интерактивной карте здесь должен быть собачья площадка. Сейчас мы ее найти. Искать вместе с местный собаковод Николай и его пес Даниэль. Площадка нет. Мы же сейчас на 24Б? Да. Да, а вот где же тогда площадка? Есть только детский. А где же Даниэль погулять, сходить по собачьи дела? Заброшенный дом какой-то. Но нет, вряд ли это площадка. Мы с Николай обойти весь двор. Площадка не обнаружен. Очень показательно для Украины. На следующий день прихожу в тот же парк. Интересно, подействовать моя просьба на собаковод? Может, у них проснутся совесть? Конспирируюсь в кусты. Оу, щит! О май гад! Собачка сделать свое дело. Ой, смотрите, смотрите. Но похоже, хозяйка за ним убирать. Браво! А помните вот этот молодой человек? Думаете, он пользоваться моими пакеты? После пакости его собачка, я еще 5 минут его догонять. Я уже убираю. Но мы только что сняли на видео, как вы не делали этого. Не знаю. Врет и не краснеет. И плевать он хотеть на мой увещеваний. А вот еще один собачка. Присесть к земля. И кулечек никто не доставать. Скажите, плиз, у вас есть с собой кулечек для собачки? А как же? Покажите, плиз. А как вы пользуетесь ими, расскажите? Вот когда она ходить в туалет, вы ими пользоваться? Конечно, мы. А мы сняли на видео, как вы ими не пользоваться. Да. Да, как так происходит? Может, вы просто на всякий случай их носить с собой? Нет, наверное, я просто заснула, плохое настроение. Заснула? Но вы же понимаете, что за то, что вы заснули, конечно, в Украине полагается штраф. Конечно. Правда, штраф мизер, 51 гривнас. Но даже так проучить нерадивый собаковод нереально. Милиция же за собачки не дежурит. Юрист говорит, достали какашки, идите в ЖЭК. ЖЭК повинен скласти протокол та передати до милиции. Фамилии нарушителей я узнать. Пробираюсь в местный ЖЭК. Вы напрямую обращаетесь к участковому. Нам так объяснил юрист, что... Компетенция-то не входит. Вы имеете право обратиться к участковому, написать ему заявление. И пока, фотографию свою приложить. Фотографию с летний отдых или как? Там огромный... Там невозможно шпарки даже погулять. Идем в милицейский участок. Вот незадача. 10 утра, а закрыто. Дільничний інспектор міліції завжди готовий прийти вам на допомогу. Сейчас это завжди? Из свой эксперимент я сделал только один вывод. Если собаководам на какашки свой питомец плевать, то чем больше гавкать неравнодушный, тем больше шанс пробудить совесть у владельцев собак. И таки заставить их брать на прогулку пакетик для фекалий своего барбос. Друзі, якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац зобов'язаний порушити, пишіть нам на адресу abzats@ukrnet, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Ну, а власне, що ще відбулося в світі та в Україні, дивимося. 8 утра, Одесса, перекресток Радостный и Генерала Петрова. Девушка снимает на планшет довольно странное ДТП. На этом, откровенно говоря, непримечательном месте одна машина запрыгнула на крышу другой. При этом водитель нижний ничего не нарушал, ну, просто ждал себе зеленый свет, что к чему выясняют гаишники. Тем временем один из инспекторов отнесся к ситуации по-философски. Ну и очень по-одесски. В данном ДТП нет пострадавших.
Слава богу, что так получилось. Это не то, что, вы понимаете, пострадавшие могли быть, а могло их не быть. 11-та година, Крим. Робочі вкладають останні сантиметри травички. От-от відкриють оновлений пам'ятник Леніну у Сімферополі. Іліч, кажуть, помітно побронзовів. І це наразі усі його зміни. Тут, на центральній площі, влаштують святкові заходи з нагоди річниці так званого «Воз'єднання Криму з Росією». Нагадаю, місяць тому кримчан вже потішили пам'ятником Йосипові Сталіну в Ялті. Його встановили, незважаючи на протести кримських татар, яких диктатор майже у повному складі депортував з півострова. 15.00. Ніколаїв. Десантники хазяйничають в новенькій машині скорої помощі. Її передали із Іспанії. Постаралась тамошня діаспора. Скорая оснащена как надо. Кардиоаппарат, инвалидное кресло, кислородная техника, а еще очень нужная новинка – прибор для подогрева инъекционных растворов. Раньше военные врачи грели буквально собственным телом и теряли время. Теперь укол бойцу могут сделать за секунды. Скорая вот-вот отправится на фронт. Это прилад для подогрева рощинів. Раньше мы під тіло засовували, так і нагрівали. 17-та година, Аргентина. Рятувальники бродять поміж уламків двох гелікоптерів. Ними летіло 10 людей. Загинули всі. Серед них троє французьких зірок спорту, олімпійських чемпіонів та медалістів. Вони знімалися у популярному реаліті-шоу, відомих учасників якого висаджують у віддалених районах, а ті намагаються виживати, знаходять собі харчі та дах над головою. Франція шокована цими смертями, причини катастрофи поки що невідомі. Вчора на постшоу «Страсті за ревізором» розгорілися неабиякі пристрасті. І все через перевірку Миргородського центрального ринку, на якому кожен може продати м'ясо невідомого походження. Ревізор поставив на вуха посадовців, і ті пообіцяли навести лад. Ну, Аня наша молодець. Знаете, сказывается все-таки работа в абзаце. Жижа ты маешь на вас. Ну, конечно. И знаете, то есть они проверили, а абзац по горячим следам решил перепроверить, сдержали ли слово чиновники, ну, пообещавшие. Ну, а заодно мы провели собственное расследование. На каких рынках Украины можно покупать мясо, не рискуя получить в бонус кишечную палочку? Смотрим. Миргород. Две недели назад команда ревизора навела шороху на центральном рынке города. Вадим Абрамов в образе торгаша всего за 15 минут продал 5 килограммов мяса. Девочки, говядину не надо? Хорошая. По 50. Хорошая, смотрите, какая вырезка. Бачу. Свинину возьмете? И ту. Хорошо. За все это время к ревизору не подошла милиция, а покупатели даже не поинтересовались, есть ли разрешение на продажу мяса. Дальше больше. Справки на мясо не оказалось ни у одного продавца на центральном рынке. Чем мясо наше? Такие вам треба. У вас есть документы, проверяли, не проверяли. Я просто уже раз отравилась на рынке. Да, вообще не принесли. Я поняла. Получается, продавай кто хочет и что хочет. Такую халатность ревизор не мог оставить без внимания. На разборке в студию вызвали самого заммэра Миргорода. Вся продукция тваринного походження має пройти лабораторний контроль. Так, вона пройшла, але довідку не донесли. Чому це так сталося, на жаль, я не можу сказати. Я просто думаю, що ви, мабуть, якось маєте відреагувати на побачення. Ну, судячи з усього, реакція буде. Общение общением, но абзац решил проверить, навели ли порядок на Миргородском рынке, аль нет. Я иду на разведку. Здравствуйте. А что это у вас? Телятина осталась за шеей. Это телятина сегодня печатана, свежая, это все, что осталось. Опечатанная? Наши инстанции, у нас вопросы не проходят. Проверено, все хорошо? Конечно. Да. Это вот этот вот штампик, да? Да. Выяснилось, ревизор умеет убеждать. Документы на руках у всех продавщиц, и показывают они их по первому требованию. Но на этом я не остановлюсь. Повторю-ка выходку Абрамова и попробую на самом видном месте продать мясо без документов. Ведь моя цель не побыстрее продать мясо, а проверить, смогу ли я теперь безнаказанно торговать неопознанными свиными битками. Да, биток. 85. За килограмм, да? За килограмм, да. 85. 85, это свиной биток. Да, продаю. 85 килограмм. Продается. Биток свиной 85 килограмм.
Мясо в магазине я покупал за 69 гривен килограмм. Продавал на рынке, чтобы отпугнуть покупателя, за 85. И вот что я вам скажу. Если бы я поставил цену хотя бы 70 гривен, при том ажиотаже, который вы сейчас наблюдали, я бы его распродал за 15 минут. Здесь 4 килограмма. Да, я простоял дольше ревизора. Завышенная цена сработала, но моему возмущению нет предела. Ни одна душа в форме не подошла проверить документы. А ведь люди действительно готовы были покупать. Продается. 85. Это свиной биток. 85 килограмм. Придется напомнить властям об обещании ревизору. Как назло, зам мэра Миргорода взял выходной, но я достал его по телефону. После визита всей этой истории с ревизором, как-то вы повлияли на ситуацию? Как-то, может, какое-то собрание у вас было, вы что-то обсуждали, ожесточили? Встреча с администрацией рынка была, беседа была, так сказать. Как вы можете прокомментировать? С одной стороны, хорошо, что я не увидел конкурентов, которые бы занимались продажей мяса с рук, с земли. Но с другой стороны, вот за полчаса ко мне никто не подошел. Это случайность или все же есть какая-то прореха в системе? Не, ну это, наверное, все же прореха в системе. Хотя теоретически сегодня и милиция, и главу наша должна была отрабатывать. Ситуация в Миргороде, например, намного лучше даже, чем в нашей столице Киеве. Ну что ж, Миргород вроде бы начинает исправляться. А тем временем абзац выяснит, есть ли такая проблема в столице. Говорят, в Киеве купить мясо с рук проще, чем в Миргороде. Я решил проверить это лично. Вооружился калькулятором. Купил мясо, свининки, 3 кило. Пойдем. Проверим. Опа! Если с вами постою, ничего страшного. Давай я милиция. Так сильно гоняю? Ну, погоняю, гроши добрали. А сколько надо давать, если что? Ну, просто чтобы знать. Купить. Ну, гривень 10, хватит? А, ні. Що, більше треба? Гривень 5. Свіженька свининка, підходимо. А вот ты первый покупатель. Це воно шиюк. За дешево отдам, бо мама передала, треба йти до пари. Ну дивіться, ошию кілограм буде 65 гривень. Такий. Тут 700 грам, да домашні. Якщо за 60 візьмете, буде 55 давайте. А то? Цей, давайте я за 110. Що з нього будете робити? 105. Котлету зроблю. Давай котлету. Я завчага. Все, от беріть, на здоров'ячка вам. Нічого собі! Это оказывается так просто. Еще и милейшие бабушки оказались не конкурентами, а помощницами. Женщины, бери. Бачите, захисниці мої, спасибі, спасибі. Що, що? Ні. Та рано. Попаде, я упав. А що? Тем временем на другом конце столицы. Як не спокуситися, коли за кіло просять всього? 35 гривень. От вони, прекрасні феї, кажуть, що з прилеглих до столиці ранчо. М'ясце акурат з багажнику машини. Мовляв, викормила, забила і одразу вам на стіл, любі покупці. І головне ж, все домашнє. От тільки безплатний сир лише в мишоловці. А куди приведе майже дармове м'ясо, я зараз перевірю. Підете зі мною? Чи страшно? Владислава зголосилася допомогти. Разом робимо контрольні закупки м'яса на найбільших стихійних ринках столиці. Качалки, лопатки, ошейки, бітки, ребрышки, бочерьова. А документи є супроводительні к ньому м'ясо? Ветеринарну лабораторію. Ні, все, лабораторна перевірка, це впевнення. Оцей кусочок цілеїчний час різати. Ну ви ж таких надійних купляєте людей. Дівчатка, не переживайте, я тут торгую кожен день. Ну що, пора брати. Да, коментарі зайві. Ось ще один ринок. Тут все те ж саме. Машини, брудні шмати і немиті руки. Щоправда, ціни трохи вищі. Шматок свинини можна прикупити за 60-70 гривень. А куди воно привезено? Хмельницька. З Хмельницька? Що ти везете? Так, тут немає документів. Тут на совісті людей. Ділайте нам лучше одну кусочку. Ну, тут погано кусочок. Давати лопатку.
А що поганий? А що поганий? Воно дешевше. А такого я ще не бачила. Прямо посеред тротуару, на столику, відбивні і котлети. Нічим не прикриті. Навколо пил, хтось кашляє і чихає. Прихопимо заразом і їх. А то чому відбивні? Тесто. Це свині. А котлети? Котлети по 90. Півкіло. Ось ще один ринок. Тут все наче й цивілізовано. Продавці в наметах, але на цьому і вся різниця. Ми тут вже 22 роки сидимо. А тут... А тепер смертельний номер. Подивіться, звідки ця продавчиня витягає гроші. Беремо м'ясе і тут. І швидше тікаємо, бо ще трохи і мене просто знудить. Тепер несемо це все в лабораторію. У нас із Владиславою 3 зразки сирого м'яса і смажені биточки. Пока возмущенная Надя несется в лабораторию, а я ловлю на живца каких-нибудь сознательных милиционеров или хотя бы охрану рынка, посмотрим, как обстоят дела в регионах. В Днепропетровске я выбрал большой мясной базар в одном из спальных районов города. На первый взгляд здесь все идеально. По первому же требованию мне показывают заключение, что мясо сегодня утром прошло санитарную экспертизу. Есть крестит, что мягкое будет. Вот эта часть мягкая будет. А можно какие-то документы? А проверку? Да. Вот это маленькая бумажечка. Да. Это сегодня вам выписали? Ну, конечно. С утра ж, конечно. Вот эти маленькие бумажулинки и есть санитарная экспертиза, что мясо свежее, без гельминтов и паразитов. Слушайте, у вас на стол есть разрешительные документы? Обязательно. Обязательно. Как-то все слишком елейно. Мое чутье подсказывает, что надо бы наведаться в рыночную лабораторию, где эти заключения и выдают. Ну, мы берем у них селезенку обязательно, так. Кусочек мяса, которое смотрим на трихинеллез. А там у вас есть микроскоп? Да, есть. А можете показать, вот как вы смотрите на трихинеллез, допустим, мясо? Да, конечно. Ну, покажите, пожалуйста. Я хочу убедиться, что в этой лаборатории с самого утра кипит работа. Смотрите сюда сейчас. Я бы еще хотел, если бы у вас были образцы мяса утреннего, вообще было бы идеально. Я бы вот тогда точно поверил, что все в норме. Ну, дело в том, что еще у девочки. А? У девочки осталось. А где вот пробы сегодняшнего мяса? Ну, я их уже утилизировала. Да мне просто заговаривают зубы. Микроскоп стерильный. Ни намека на то, что утром здесь исследовалось мясо. Кажется, я понимаю, как выдаются эти клочки бумажек. Давайте честно, вы сегодня смотрели или смотрели раньше? Смотрели сегодня и смотрели раньше. Можете показать хотя бы какие-то загрязненные стекла, да, о том, что вот здесь был срез мяса, хоть что-то. Но уж не могли сейчас все помыть. Ну, просто вот идеально чистая лаборатория. Вот такое ощущение, что работы сегодня здесь не было. Мне пытаются что-то доказать и ведут обратно к прилавкам. И, о чудо, да я же здесь был. Та самая продавец, та самая красиво выложенная свининка и готовая бумажка с экспертизой. Да. Это сегодня вам выписали? Ну, конечно, с утра ж, конечно. Я была у нее, но дело в том, что она вот, что ты мне ответила на то, что я тебе сказала, давай сюда. Подождите, вы нам показали уже готовое санитарное заключение. Оказывается, что мясо вы здесь не проверяли. Нет, проверяли, почему же? Но вы же только берете на проверку. В панике рыночные барышни начинают путаться в показаниях. Она оставила, просто забыла. Вы согласны, что так не делается? Ну вот согласны? Но я же вот логически понимаю, что вы приходите, платите какую-то денежку, и вам выписывают вот этот санитарный листик. Но на самом деле никто эти санитарные экспертизы не проводит на рынке. Но вы только сейчас взяли вот материалы. Я так понимаю, что это вот та и есть печенка и селезенка, правильно? Вот в этом пакете. Вот это то, что сейчас должно пойти на экспертизу, но листик у вас уже есть. Ну, схема ясна. Теперь на очереди проверка точек, где торгуют курятиной. По идее, мясо привозят с птицефабрики. Каждая партия должна сопровождаться санитарным заключением. Но на самом деле... Скажите, а у вас есть разрешительные документы на это мясо? Есть, конечно. А можете показать? У водителя. Девушка, у вас есть на эти вот мясо, нет, которое вы получили? Нету. У водителя. Как это? А почему не у водителя? Почему не у продавца? Вы отвечаете за то мясо, которое продаете людям? Говорю, рядом то. Отвечаю за это мясо. Кому? Где водитель? Где документы лежат? А где водитель? Вы же сказали, что у водителя документы. Да что вы у меня спрашиваете? Вон. Ну что, в десяточку. При мне разгрузили полтонны куриного мяса неизвестного качества. Иду дальше. На следующей точке то же самое. Новый канал и требуют разрешительного документа на мясо. А у вас их нет? Сейчас перезвонят.
А где они у вас? Вот я покупатель, я хочу посмотреть, свежее ли мясо. Почему его у вас нету в точке? Сейчас мне перезвонят. Скажите, а у вас есть разрешительные документы на мясо, вот, которые привозили сегодня или вчера? Разрешительные документы? Как это санитарное заключение? Ну, все же находится у администрации на втором этаже. У вас здесь нет второго этажа. Посмотрите, сколько у вас мяса и никаких документов. У меня лично нет. Похоже, на рынке я навел такой переполох, что реализаторы в страхе бросились закрывать свои точки. Значит, есть что скрывать. А что вы начали закрывать сразу? Я закрывать начал? Да. Меня попросили, я и закрыл. А грузчики, завидев камеру, стали заметать следы. Скажите, а вы... Короче, тихо. Камеру убери. А чего вы боитесь? Я ничего не боюсь. Вы же дома повезли это мясо, молодой человек. Домой себе купили? Так вы же грузчик. Похоже, после таких рыночных махинаций я точно стану вегетарианцем. Покупать мясо на местных рынках мне в ближайшее время не захочется. Для эксперимента выбираю самый крупный центральный рынок Харькова. Торгующих здесь сотни. Беру предварительно закупленное мясо, кстати, проверенное. Так, на всякий случай, чтоб никого не отравить. И попробую затесаться в ряды торгующих. Фартук – финальный аккорд моего перевоплощения. Честно, я немного волнуюсь. Мало ли что может пойти не так. Рынок все-таки. Где ж мне так место найти, такое неприметное? Место нашла, но даже товар разложить не успела, как ко мне подошел мой новый коллега – рубщик мяса. И нет, не познакомиться, а выгнать меня отсюда. Не-не-не, потому что мясо должно ветоосвидетельствование все пройти обязательно. Клеймение. Потом сюда контролеров наших. Угу. Так а у меня его немножко совсем. Мясо нельзя. Оно же свое все. Весь ряд придется переклеймить. Выкладывать нельзя ничего. Не укладывайте, пожалуйста. У меня мясо хорошее, я на других рынках продавала. У меня есть сначала, свои клиенты. Сначала в лабораторию. Обязательно. А может быть, ну я не знаю, местовое там что-то. Местовое – это суточный тариф за место в ряду. Его, кстати, я предлагаю заплатить в двойном, а то и в тройном размере. Но не помогает. Вдруг оно заражено. Ну, должно быть клеймо, обязательно клеймо. Зачем оно может быть заражено? Ну, свое мясо. Ну, посмотрите на меня, мои честные глаза. Ну, как я могу продавать некачественное мясо? Он чай к себе домой пригласил. С удовольствием. А мясо не... Ну, давайте, я раз... Вот такие мужчины. Я ему про мясо, а он меня на чай приглашает. Держусь больше 10 минут, но терпение мясника не резиновое. Если вы, я вас предупреждаю, вы меня не слушаетесь, я должен вызвать охрану. Я объясняю, что без правок нельзя. Припроводите, пожалуйста. Немножко соберитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, я заплачу местовое, я же все заплачу. Пожалуйста, немножко соберитесь и пройдемте, потому что здесь торговать нельзя. Вы просто торговать не будете. Вы не будете торговать. Просто, пожалуйста, соберите ваше мясо в корзиночку и покиньте территорию рынка. Чем я вам не понравилась? Мой дебют на базаре заканчивается тем, что с рынка меня буквально конвоируют. Придется самой есть свое мясо, я вижу. Я думаю, да. Я снова возвращаюсь на мясные ряды, но уже как журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня узнаете? Узнаю. На самом деле, я журналист нового канала. Вот мое удостоверение, чтобы не сомневались. И это был эксперимент, вы его блестяще прошли. Можно я пожму вашу руку? По-другому здесь никак нельзя. Потому что, не дай бог, что-то случится, это же страшное дело. Игорь оказался главным рубщиком мяса на рынке с 20-летним стажем работы. И мимо него ни одна мышь без справки не пробежит. Я вот вам уже верю абсолютно, но все-таки хочу посмотреть на эти справочки, на которые вы все время настаивали. А, вот они даже тут, да? Да, висят, чтобы люди... На видном месте. Да, чтобы люди... Видели, вот. Да вот меня не обманывают, без справочки сюда не потакайте. Конечно, нет, не обманывают. Обязательно надо нужна справка. Просто можно, да, я не убегу посмотреть. Справочки, если не прикреплены на торговой точке, то ее всегда можно спросить у продавца. Я считаю, что это отличный результат для Харькова. То есть, что попало, кто попало, здесь продавать не сможет. А в Киеве торги идут полным ходом. Немного занизив цену на свининку, я быстро справился с заданием. А, 200. Ага, спасибо. Ну все, побег, спасибо вам.
Оказывается, не такая уж это и тяжелая работа. Меньше чем за полчаса я продал 3 килограмма свинины, получил за это 205 гривен, а главное, никакая милиция меня не потревожила. Невероятно! Документы или справки на мясо у меня никто так и не попросил. Интересно, как обстоит ситуация на крытом рынке? У нас 2 часа проверяют лабораторию, чтобы на рынок заехать. Документы, все есть. Я уж было обрадовался, а нет, рано. А, в лаборатории? То же самое я услышал и от остальных продавщиц. Пришлось идти в эту загадочную лабораторию. И тут, здрасте, приехали. Они вообще-то их документы на руках, а у нас только по журналу проведено. Документов мы так и не нашли. Видать, у рыночных продавцов это какой-то квест. Спрятать справку и потом очень долго ее искать. А покупателям надеяться, что мясо свежее. Кстати, что там показали анализы мяса в лабораторії? Надя? Отже, пані Ірино, які результати дослідження м'ясних зразків? При исследовании образцов в первом образце мяса свинины была выделена листерия моноцитогенез. Во втором образце говядина была выделена бактерия группы кишечной палочки и листерия моноцитогенез. В третьем образце говядина также выделена листерия моноцитогенез. Перекладаю на людську мову. Жоден зі зразків м'яса не можна їсти. Листерія – вкрай небезпечний мікроорганізм. Вона може викликати викидиші на останній стадії беременності, поражає нервну систему плода. И также вызывает пищевые отравления. И по статистике мы изучали статистику даже со смертельным исходом. Але страшніше за всіх – кишкова паличка. Її знайшли у відбивних і в Яловичині з одного і того ж ринку. Може закінчитися нирковою недостатністю, шоковим станом. А у маленьких дітей навіть цей збуток може викликати септичні форми хвороби, тобто з високою температурою і з ураженням інших органів, крім кишківника. А ще тримайтеся! На відбивних знайшли стафілококк та фекальні забруднення. Ні, так залишати цього не можна. Їду на ринок і викликаю міліцію. Нашу міліцію навіть якщо вбивати будуть, не дозвонишся. Реально півтори хвилини вже йде виклики? Це місто Києва, Бужанка, чим можемо допомогти? Ви не повірите, але вже за 5 хвилин мене зустрів ось цей пан міліціонер. Але я раділа рано. Він лише патрульний. В міліції навіть немає повноважень зложити стаття 160. Знаєте, які? Стихійна торгівля. Зараз ми навіть цього не можемо зробити. Це чому? Тому. Така нам відповідь. Патрульний каже, треба чекати слідчо-оперативну групу. Чекаю. І ще чекаю. Бедная Надя ждала полтора часа, никто не приехал. А я подытожу. Харьков, спи спокойно, ваше мясо с паспортом. Миргород после встряски ревизора вроде как бы справляется. А вот Киеву и Днепропетровску, а-та-та, документов на мясо мы так и не увидели. Да еще и бактерии нашли. А это значит, ваше здоровье в ваших руках. Поэтому прекратите покупать мясо без документов. Возможно, в нем вас уже поджидает листерия. Друзья, посмотрите на знакомую вам купюру, запомните ее хорошо. В ближайшее время, в ближайшем будущем, вы ее уже не увидите, потому что сегодня Нацбанк презентовал новенькую, хрустящую 100-гривневую купюрку. На ней тоже Тарас Шевченко такой, да молодой. Ладно, но уже выглядит он как-то так гораздо свежее, но не такой веселый. Говорят, что в новой купюре Нацбанк учел все, и как бы она принесет счастье Украине, потому что там все сделано по фэншую. Вот на это я хотел бы сказать одно. У нас банка, конечно, все у нас всегда, особенно последний год, по фэншую. Ну а если у нас банка что-то не по фэншую, то нам, друзья, это что? По фэншую. Я тебе скажу больше. Они еще долго будут ходить параллельно. Ці купюри нова і стара. Я розумію, скоро жити буде. Друге, він буде на новій купюрі менш веселим. Чому? Тому що цей коштував 12 доларів, а новий коштує десь 5. Так ось, і... Менше. Да.
Шабанов підказує, що вже менше. Ну, і я думаю, що нумізмати будуть скуповувати нові купюри чи, лише через те, що там буде автограф Валерії Гонтаревій. Вже завтра дивіться, як, на думку феншуїстів, нова сотка, власне, вплине на курс долара. Побачимось. Пока. Спасибо, пока.